Наша коллега Арина Синенок расскажет о том, как построить мост будущего между Китаем и Беларусью. Она победила в международном конкурсе. А вот Кристина Джурай из Калинковичей знает, как исполнять песни, чтобы у слушателей мурашки бежали от удовольствия. Вы узнаете, благодаря чему спортивный клуб «Спортданс» 45-й школы Гомеля так популярен в Европе. Балалайщик, конферансье, теннисист, 7-летний Арсей Барков, герой рубрики «Я талант». И ты без меня не смогла бы узнать, зачем нужен лобзик, неужто лобзать? Наши корреспонденты Анастасия Старушкова и Евгения Хавлина побывали на юбилейной выставке музея Дворца Румянцевых и Паскевичей. Ну а разговор с психологом пойдет о взаимоотношениях между мальчиками и девочками. Об этом в нашей программе.